В 61-й школе сегодня особенно нервная обстановка. В самом разгаре эксперимент. Людям, взрослым, родителям, представителям департамента образования, журналистам, общественникам предложили попробовать свои силы в сдаче ЕГЭ. Все проходит по-серьезному, как положено. Сумки и телефоны сдать, пройти металлодетектор. Никаких, конечно же, шпаргалок и переговоров во время экзамена. Взрослые рассаживаются по местам и внимательно слушают инструктаж. Нервничают, правда, как дети. Поблажек никаких нет, это все проходит точно так же, как и в штатном режиме. Разница лишь в том, что экзамен будет продолжаться 40 минут, а не так, как полагается для выпускников. Экзамен начинается. СМИ просят покинуть кабинет, чтобы в кадр ни в коем случае не попали варианты заданий. Взрослые сегодня сдают ЕГЭ по-русскому. В контрольных материалах задания аж на 10 листах. Свои силы в предмете демонстрирует и начальник профильного ведомства Ольга Антонова. Говорит, самое сложное было переключиться на синтаксис и орфографию после проблем выездного правительства. Определенное эмоциональное состояние человека, его психологическая готовность к экзамену скажется на результатах. А то, что русский язык подвластно сдать любому, как экзамен на ЕГЭ, любому человеку, который проживает на территории Российской Федерации, мне кажется, это данность. Желающих сдавать ЕГЭ немного, всего 15 человек. Взрослые боятся не меньше детей. Хотя от этих результатов их будущее не зависит. Мне кажется, что часть С, она как раз сейчас еще стала и направлена на то, чтобы дети могли не просто высказать свое мнение, но подтвердить его фактами историческими, фактами из литературы. Вот я, например, приводила факты из жизни Лермонтова, когда я писала часть С. Я успела написать часть С, там больше 500 слов. Эксперимент проходит параллельно в 50 субъектах страны. Основная цель – повысить информированность родителей выпускников об особенностях процедуры ЕГЭ. Говорю, читайте внимательно задание, потому что очень важно, какой ответ вы напишете именно в соответствии с заданием, потому что бывает, вот ребенок вроде бы видит, как решить проблему, а вопрос немножечко о другом. Поэтому бывает, что отвечают не на тот вопрос, который задан. Поэтому надо всегда отключать эмоции и внимательно вчитываться в задание. По завершению ЕГЭ родители шептались о том, что теперь более сочувственно будут относиться к экзаменационным волнениям своих детей-выпускников. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.